зарабатывать 100, 150, а то и 200 в час. Качал игру, получил 9 рублей. Судя по тому, что здесь постоянно оплачено, он особо не проверяет условия. Отзыв 5 звезд и получи 6 рублей. Hey, здорово, дружище, с тобой Серега Сайбербанана, и сегодня я тебе расскажу, как можно заработать деньжат на первые скины, либо больше. Интересно? Присаживайся поудобнее. Но перед началом... Залетаем на сайт hellstore.net, и как я вижу, в классике уже ребята собираются биться. Отлично, залетим и мы, и уже из инвентаря Hellstore я выкупил несколько приметов. Давай сразу я их и поставлю. Так я вижу, шансы мои падают до 53%. И так крутится барабанщик. Давай, родной, давай, я верю, верю, верю. Так. Много моих лиц. Стой. Да, Серега молодец. Ну и конечно же, именно для тебя подгончик. Сайбербанана, название моего канала. Это промокод к этому сайту, где ты можешь забрать 60 центов. Интересно? Все ссылки в описании. Ребят, сразу хочу напомнить, что это вторая часть. Первая часть, также ты найдешь ссылочку в описании, посмотри, я рассказываю, почему делаю, зачем это, как делаю, и вообще немножко своей истории. Сейчас об этом я рассказывать не буду, и мы сразу переходим к сайту под названием SotsPublic. Именно он дает хорошую возможность заработать на определенных вещах. Я тебе, в принципе, в этом видео все расскажу и покажу. Вот так изначально выглядит этот сайт. Ничего сложного сверху, где ракета, надо просто нажать «Регистрация», и все, ты уже на сайте. Естественно, я уже зарегистрирован, я здесь работал как рекламодатель, не как исполнитель, и плюс еще тогда у меня забанили аккаунт, и у меня новый создан. Поэтому не смотрите на стату, я просто вам реально говорю, что здесь легко заработать, здесь много заданий и куча всякого разного, чтобы ты также мог рекламировать. Все, в общем, заходим на сайт и смотрим, что есть. Ну и по традиции я жду от вас 1000 лайков, это будет означать, что вам эта тема интересна. И вдобавок, кстати, напиши в комментариях «хочу продолжение», это поможет попасть в рекомендации моему ролику. Продолжаем. Останавливаться на каждой вкладке не буду, но если ты зайдешь в мой аккаунт, увидишь кучу всяких возможностей, реферальные ссылки, плюс дополнительный рефбэк и прочее. И кстати, если ты зарегистрируешься именно по моей ссылке, для тебя я охренительный рефбэк сделал. То есть ты выполняешь задание, якобы мне какие-то проценты капают, но я эти проценты часть отдаю тебе. То есть ты, получается, вдвойне зарабатываешь. Задумайся об этом, регистрируйся именно по реферальной ссылке и получай на халяву. Также не буду рассказывать здесь о всяких конкурсах, рефералов, общении, финансах и так далее, все сам пройдешься, вот сзади меня все есть, просто полази и присмотрись. Конкретно хочу остановиться на том, как здесь можно быстро и много заработать. Я здесь за час примерно так же зарабатывал, пробовал, ребят, на старом аккаунте зарабатывать 100, 150, а то и 200 в час. А есть одна маленькая крутая штука, по которой ты действительно можешь легко заработать. Летим в зарабатывать, дальше нажимаем задание, и после чего здесь ищем играть в игры, либо мобильные приложения. Но давай остановимся именно на мобильных приложениях, потому что здесь платят действительно хорошие деньги. Допустим, скачай приложение из Google Play, оставь отзыв 5 звезд и получи 6 рублей. Сколько потратишь времени на скачивание и на отзыв? Ну, максимум 2 минуты, максимум 3, если у тебя еще плохой интернет. 6 рублей. Летим дальше. 5 рублей. Установить приложение и оставить отзыв. 5 рублей. Скачать и оставить отзыв в приложении R2. 7 рублей. То есть ты представляешь, ничего особо не надо. Ты скачиваешь эмулятор к себе на компьютер. Тебе надо, даже не нужна мобила. Ты скачиваешь эмулятор Blues, так или как он там называется. И с помощью него это все делаешь. Создаешь новый аккаунт, чтобы ты не забивать свой аккаунт. И зарабатываешь бабки. Именно на этом способе ты можешь крайне много заработать денег. Также играть в игры здесь тоже интересная штука есть. Ты проходишь какую-то часть игры и получаешь деньги. Вот, например, скачал игру, быстрая оплата. Ты скачал игру, получил 9 рублей. На соцпаблике такого нет. На соцпаблике, да, ты тоже зарабатываешь, но выполняя задания в соцсетях. Кстати, здесь они также есть. Ты нажимаешь соцсети, ничего сложного здесь не нужно, здесь то же самое. 2 рубля, подписаться на Инстаграм. Ты получаешь 2 рубля. Выполнено 4000. То есть это говорит о том, что человек действительно платит. Да, ребят, внимательно смотрите на статистику. Зеленое это означает платит, красное не платит, а это значит на проверке. То есть вот, люди уже готовы. 21 человек выполнил, осталось только дождаться, когда человек придет с работы, либо из чего-то еще, когда включит интернет, увидит, ага, выполнены условия. Он проверяет условия и говорит, да, оплачено. Судя по тому, что здесь постоянно оплачено, он особо не проверяет условия. Он дожидается момента и просто собирает там человек 20-30 и просто потом сразу ставится на оплату. Здесь, кстати, интересно продумана штука, называется посещение, письма и серфинг. Серфинг тут хромает, но вот именно посещение, это то, что можно на автомате, как я тоже уже говорил, зарабатывать. То есть ставишь на второй экран, либо суженный какой-то экран, кинчик,
а здесь просто нажимаешь. К примеру, заработать деньги на своих яйцах. Нажимаешь сюда, стамина, то есть 60 секунд дожидаешься до конца, получаешь 4 копейки. Ничего не делай, ты получаешь просто 4 копейки. Как еще тебе объяснить, что ты параллельно смотришь кино, и тут таких заданий... Раз, два, три страницы, плюс письма, это примерно то же самое. Здесь ты также можешь целую кучу сидеть, то есть буквально пока ты посмотрел 2-3 серии, ну пару рублей ты заработал. Да, это немного, но это автомат. Именно если ты хочешь зарабатывать много, это тебе нужно заходить в задания и именно в мобильные приложения, либо играть в игры. Здесь ты можешь заработать действительно нормальные бабки. В принципе, про соцпаблик я рассказал, что здесь можно получить так способом, таким способом деньги, и также рассказал, как можно получить другим способом деньги. Плюс, я еще раз говорю, если по моей реферальной ссылке вы регистрируетесь на этом сайте, вы от меня получаете первое. Рефбэк, это означает, что каждое ваше выполненное задание вам автоматически будет начисляться еще и от меня деньги. И второе, здесь есть офигительная штука, называется конкурсы и топы. То есть я здесь могу делать для вас специальные конкурсы. Допустим, кто быстрее посмотрит 10 писем, получает от меня халяву, кто быстрее... Или кто больше посмотрит писем. И куча разных. Допустим, ты выполнил 10 заданий, получил от меня денежку. Я эти конкурсы обязательно буду делать. Только изначально надо собрать хотя бы человек 20-30 рефералов. В принципе, я вас жду. Давайте, я для вас открыт. Я вам показываю свои способы, в которых я зарабатывал раньше. Сейчас видите, как у меня рекламный баланс. 250 рублей. Это означает то, что я сейчас как раз под вас 250 уже рублей подготовил, чтобы в ближайшее время для вас сделать эти конкурсы. Вот я и рассказал о втором сайте, где можно реально поднять баблишко. Рассказал подробно, где, куда и что и как заходить. Единственное, что от тебя попрошу, это подписка, лайк, колокол и комментарий. Напиши, хочешь ли ты продолжение. Если да, так и напиши. Хочу продолжение. Все, с тобой был Серега, Сайбербанана. Давай, пока-пока. А ты посмотри еще вот это, кстати, годное видео. Пока. 3, 2, 1.